По коридору республиканской детской клинической больницы в Чебоксарах бегают фиксики и важно расхаживает трансформер Бамблби. Они пришли в гости к детишкам и сделали все возможное, чтобы сделать их счастливее. Наш корреспондент Ольга Алексеева познакомилась с героями и смогла лично оценить их старания. Фиксики, кот Котофей и трансформер Бамблби – частые гости детской клинической больницы в Чебоксарах. С начала этого года они побывали во всех отделениях учреждения со своими спектаклями. Инициатор этой доброй истории – Юлия Касаева. Она стала автором грантового проекта «Театр в палате». Он был поддержан Минздравом Чувашии. Ребенок находится в палате, он изолирован от привычного мира, общества, он заложник вот этих вот четырех стен. Естественно, в нем развиваются какие-то комплексы, страхи, внутренние зажимы. А посредством диалога с персонажем, например, сегодня это фиксики, завтра будут миньоны, у нас много кукол, и он раскроет свои страхи, может скажет, что он боится, а персонаж его утешит, скажет, что ничего страшного, все будет хорошо. Основная цель молодых актеров – это придать ребятам внутренние силы для борьбы с болезнью. Тимур Пахмутов нередко лежит в больнице, и такое представление ему явно по душе. И прибыл я к вам с планеты Кибертрон! Ура! Привет, привет, ребята! Бамблби! Мне понравился робот, потому что он такой интересный, я его хотел еще раз видеть. Родители тоже рады переменам в настроении ребят. Я видела, как дети очень сильно радовались, и почаще бы так, потому что они будут приходить в больницу не только болеть и страх, а вот именно, что их будет это расслаблять, и наоборот, они, мне кажется, уже не с таким страхом будут приходить ложиться сюда, зная, что такие впечатления. Это очень развивает и детей, и успокаивает, и отвлекает их на какой-то момент. На этом участники проекта «Театр в палате» останавливаться не собираются. К середине декабря они планируют сыграть 50 спектаклей для маленьких больных. Мне нравится мне нолики Бамблби. Ой, вообще неожиданно и очень приятно, на самом деле. Особенно, если это происходит в больнице, то есть, процедуры и все такое. Дети счастливые, все довольны, вообще все здорово. Спасибо большое за приятности. Вот. Нам понравилось. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, «Республика». Каждый мог протестить, каждый мог, и два фиксика внутри.